Всем привет, с вами Кирилл. Сегодня на обзоре Powerbank от фирмы Orica, где заявлено немало, это 3350 мАч. От многих других подобных. Отличается с одной стороны фонариком, а с другой стороны более мощным USB выходом. В наборе инструкция на китайском и на английских языках, микро-USB кабель только для зарядки, конечно же сам Powerbank. И уже по размерам он не очень-то и подобный, потому что длиннее на 1.5 сантиметра. Для транспортировки наклеили вот такую мягкую штуку, ну наверное, чтобы кнопка не нажималась. Сам же фонарик здесь включается долгим нажатием на эту кнопку, а также и выключается. При нажатии на кнопку срабатывает индикация. На данный момент горит зеленым. Также есть микро-USB кабель для зарядки и обычные USB типа A для зарядки других устройств. Для проверки выдаваемых параметров буду использовать USB тестер. Заявлено здесь 1.5 ампера, что мы сейчас и проверим. Напряжение 5 вольт, а ток реальный 1.5 ампера, что не сказать про этот, который выдает максимум 1 ампер. При токе чуть выше 1.6. Powerbank уходит в защиту. При этом напряжение падает до 3.3 и через некоторое время полностью отключается. Для запуска не обязательно нажимать эту кнопку, запускается сразу. Что мне действительно понравилось, это реальный ток заряда в 1.5 ампера. На зарядке пролежал 1 час и скажу, что даже нагрелось. У меня получилась полная зарядка за 2,5 часа. Также во время зарядки можно пользоваться фонариком. Не сказать, что фонарик слабый, но и не мощный. Если сравнить Orica с дешевым аналогом, то ни в какое сравнение. Маленький ток на отдачу не более 1 ампера. Аккумулятор дешевому Powerbank в комплекте не идет. Приобретается либо отдельно, либо из старого ноутбучного аккумулятора. Вот этот ноунейм, например, на 2200 мАч. Такой зарядки хватит немного подзарядить аккумулятор сотового телефона, экшн-камеру или какую-нибудь немощную гарнитуру. Этого Powerbank хватает зарядить средний телефон. А также с ним спокойно можно вести запись на вот эту видеокамеру, которая также заряжается от микро-USB. Светодиодная индикация здесь есть зеленого света, которая показывает, что он готов к работе, а также красная при зарядке. По окончанию зарядки светодиод гаснет.